Происшествие на реке со смертельным исходом. 26 октября в районе Наринмара опрокинулась аэролодка. Сигнал о происшествии поступил от очевидца, после чего на место ЧП выехали спасатели. По факту было выявлено, что маломерное судно, воздушная подушка «Бриз», перевозя пассажиров с села Тельвиска, допустило опрокидывание. Судоводитель не справился с управлением, выскочил на открытый водоем со льда резко. Поэтому маломерное судно перевернулось, в результате чего один гражданин 99-го года рождения погиб. Второго удалось спасти спасателям. Второй пассажир был доставлен в Ненецкую окружную больницу. Сейчас здоровью человека ничего не угрожает. По данному факту проводится следственное мероприятие. Сотрудники МЧС рекомендуют придерживаться правил транспортировки маломерных судов. Выезд на неокрепший лед на данных судах является опасным. Происходит намерзание льда на винтах. Сама подушка обмерзает, поэтому как раз и возможны такие происшествия, возможно, опрокидывание судов, заклинивание винтов, и другие происшествия.